Если Томас и его друзья, такой огромный набор, там до неба аж рельсы идут. И вообще огромно, вот с таким ростом. Первоклассник Миша не стеснялся видеокамеры и охотно рассказывал о том, что заказал на Новый год Деду Морозу. Рельсы в виде дороги с подъемами и спусками, крутыми горками – подарок не из дешевых, но он уверен, желаемое вот-вот появится у него под елкой. Ведь у него есть любящие родители, они напомнят Дедушке Морозу о его просьбе. Ребята в детских домах, те, которые проживают в неблагополучных и малообеспеченных семьях, также мечтают о чуде. Их сокровенные мечты висят на елке желаний, расположенной на втором этаже универмага. Любой гродниец или гость города может помочь этим детям поверить в сказку. Волшебная корзина начала пополняться. Первые подарки уже в ней. Мы бы хотели бы данной акции призвать всех поучаствовать, потому что, поверьте, для каждого ребенка это очень-очень важно и очень значимо, когда он хотя бы раз в год почувствует себя действительно нужным и важным человечком. Поэтому приходите, участвуйте, и, поверьте, дети это всегда оценят и всегда будут это помнить, насколько им, скажем так, возможно и по силам. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» проводится в третий раз. В прошлом году десятки детей благодаря усилиям неравнодушных гродненцев получили долгожданные подарки. Стать Дедом Морозом для конкретного ребенка и воплотить его мечту в жизнь можете и вы. Волшебная корзина ждет вас до 19 декабря. У нас есть в этом году Снегурочка, Дед Мороз. Можно прийти с ними, рассказать стихотворение новогоднее. Можно поучаствовать в различных викторинах, то есть рассказать там сказку, либо нарисовать рисунок на память Дедушке Морозу. То есть можно с ними действительно пообщаться, сфотографироваться. Первоклассник Миша нарисовал рисунок, пообщался с прессой и отправился домой ждать подарка. Дети из детских домов, неблагополучных и малообеспеченных семей новогоднее чудо ждут еще сильней. Алла Нычко, Сергей Печерица, новости Гродно+.